живущий во гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. Иисущий во гробе живот даровал. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, Дефителю и Садителю всех, благослови млеко огустевшее ими же и яйца. И нас соблюди во благости Твоей, якогда причащающие их Твоим независимо подательных даров, исполнимся и неизглаголанная Твоя благости, яко Твоя держава, Твое царство и сила и слава Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается приношение сие, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается приношение сие, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается приношение сия, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси Христос. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ну, садитесь, я вам сейчас расскажу такое, что вы нигде больше этого не услышите. Никто вам этого не расскажет. Кисточка меня поговорила. Кучерявый, черный. Я всегда подожду. Зелень там просто, конечно. Так, намеревались мы приехать сюда. Взяли, билеты взяли. Все у нас потом. На поезд. На поезд. Так же вот утром сегодня. Но мне хотелось приехать, чтобы побывать в Покровском соборе с Владыкой похристосоваться. Поэтому я говорю, давайте мы узнали, что там вроде проезжал кто-то. Поедем. Ну, Игорь отказался, у него, говорит, у меня машина не пройдет это. Но Андрей Устинов согласился. И мы в 11 часов с Людмилой Анатольевной сумки погрузили и сели, поехали. Вчера. Вчера. Вечером. Ну как вечером? Утром. А, утром. Да. У нас мы в этот день там концерт по трапезу, здесь отменили все, решили перенести на другое воскресенье. Да, чтобы там все уже когда будем. Ну поехали мы, все, едем хорошо, переехали переезд. Думает, куда ехать? Направо, везде грязь. Андрей повернул направо, там по полю. Ехали, ехали, и там в околочке объехать, и вдруг нас раз, и мы сели. А там оказалась какая-то ложбинка, а снег твердый, и мы повисли на снеге. На снегу-то. Mm-hmm. Давай теперь там это, рядом там сучки таскать. Андрей домкратом с одной стороны поднимет машину, подложим, теперь второй. И снизу, я палкой там шурчу этот снег, чтобы снять. А Люда руками оттуда выгребает, на коленях руками выгребает этот снег. Ну ладно, это еще все, вылезем мы. Поехали дальше, поехали, ехали, приехали, как уже доезжать до трассы, где насыпная-то там идет, по полю. И вдруг мы врюхались в такую, это что, грязь. Идет вода там, ложбинка когда-то, и мы, значит, все, машина ни туда, ни сюда. Мы давай пробовать толкать, а еще Люба с нами была. Люба поехала там к дочерям в гости. Ну что мы толкали? Ничего, час бьемся, второй час бьемся. Уже третий, нет, давай теперь все. Видим, что нам ничего. Люба взяла свою сумку и пешком пошла. Там еще километров 7. 7-6 километров, так. Ну, примерно 6 километров точно там. Она пошла на трассу. До трассы осталось еще. Но
Я буду говорю, ты иди, то она-то не пошла. А мы уже все там это в грязи. Все это. В сапогах. Она там у нее каблук оторвал, там вот от этого все. Я думаю, подрядчик, потом там глянул, у меня подрядчик весь в грязи. И брюки от этого и до этого все. Ну как насчет колесо-то крутится. Вот, конечно. У нас это. Все. Ну, мне, говорит, приехал. Вытаскивает. Один трос прицепили. Он порвался. Новый трос. Не может, нет. Тогда второй, давай. Второй порвался. Да, тросы усилены, написано, усиленный трос. Тросы нет, а мы хотели вручную вытолкать. Но как-то они связали еще потихоньку, потихоньку. И вытянул его. Ну мы теперь еще стоим. Куда? Теперь только домой. Господи, помоги нам до дома добраться. Ноги-то замерзли. Так что я в ботиночках надел на сапоги, ну то что, на машине я поеду, ну что я буду, ну, да, в сапогах как-то это неприятно, угу. Батюшка, да. Ну и люди-то все, ноги все уже это, в грязи, замерзли. Сапоги-то, в воде. Замерзли. Ну приехали домой-то, давай там уже я там это все снял-то грязное-то, она там дома, давай мне, говорит, Женя там отогревать, там это, горчичное что-то. Так когда дома-то, опять по той же... Ну вот там мы уже... Там мы до туда доехали, там твердо где было. Это. Мы уже опять по полю, по следам, докуда мы как доехали, по своим следам поехали назад. Ну вот так, вот такая была, приехали назад. Теперь. А когда мы поехали, билеты там были, люди, ну раз поехали, все, я билеты, значит, сдам. Ну, давай. А я хотел, говорю, позвонить, чтобы изменить, чтобы не в 9, а в 8 будет служить, потому что мы вечером приеду, я обычно в 8. Но я не успел, сюда забыл, не успел, потому хорошо, что не позвонил. Ну а теперь Люда билет-то сдала, теперь ну, опять по новой надо покупать. По новой покупать билеты. Ну, купила по новой билеты. И вот мы, значит. Ну вот так вот. Ну, приехали мы домой вечером там. Ирина, раз мы уехали, она говорит, давайте соберемся хоть 5 часов. Попоем в храме, кто желает, значит, это. Ну и все. Ну мы приехали, да. Где-то мы приехали, наверное, 2:30 вернулись назад. Трем часам. Ну, да. Ну и мы на вечернюю почину, значит, отслужили. Вот, по уставу. Да, помолились по уставу, это все это. Ну и все. Вот так вот. Ну, билеты взяли, теперь у нас в 6 часов Игорь проводил на машине, посадил в поезд. Вагон у нас был 5-й. А первый шел, он задом идет уже от Москвы, 16-й. И мы... С Людмилой, у нее сумка-то, у меня, но у меня полегче. У нее потяжелее, но я взял потяжелее, который идем. И мы через весь состав, мы как раз от Подстепного до Панова, считай, пешком дошли. По поезду. По поезду. Уже поезд Панова проходит, мы только дошли до своего вагона. Ну, через весь состав идем, представьте себе. Ну, где-то идем, где там с проводницами похристосуемся. Где... Отдохнем. Ну, какой отдохнем? Идем, и все, дошли, ну, и теперь сели там вот. Доехали здесь, наш брат Игорь встретил, звонит, говорит, там пробки, пробиваемся через пробки. Ну вот, а я вчера не могу, я вечером-то звоню владыке, владыка, так и так, хотели по Христосу, так получилось, что вот объясняю все это грязь-то. Он так, отец, а у нас в городе все сухо, чисто, переезжайте к нам в город. Я говорю, вот, нет, ну кто-то должен жить в деревне-то. Это нет, ну вот так вот. Спасибо, Христос, батюшка, за ваши труды. Благословит вот вас Господь преизобильно. Ни одной Пасхи такой не было, чтобы так. Мы-то рассчитали у нас все, мы приедем. Вечером я скажу, утром все нормально будет. Вот так вот. А Люба-то как добралась? Нормально? Нет? Она, не знаю, она как. Она добралась, когда до трассы вышла, позвонила мне. Я вышел на трассу. Но у нее сумка-то тоже сумка порядочная. Она там гостинцев наложила дочерям-то. Вот. Она еще... крепкая. Значит, и дошла по этой по дороге, вышла она там, потому что где-то по снегу как-то, дошла до этой трассы. Ну а мы куда? Мы все перевозились, а ноги мокрые куда-то. Нас ни в автобус не пустят, ни один попутный не остановится даже. Все грязные. Вот так вот было. Такое было путешествие у нас. Знаете, я говорю, Людочке говорю, это не просто так. Господь что-то нам это, пока мы не разумеем, для чего это было, что так это. Ну вот так вот было.
такое. Спасибо, Христос, батюшка. А запах пошел, батюшка побрызгал, сразу пахнуть начало. До этого вот я не чувствовала. Да, ты что? Да, сейчас прям запах пошел. А владыка служил там, где дроподы живут, в этом храме служил, потому что Маргарита тут как ходила. Где дроподы живут? Ну, вот там рядом. Во власти? Ну, там несколько храмов. Есть там в Октябрь, который прям возле них, возле переезда маленький. Нет, нет, не маленький, ну нормальный. Нет, есть во Власике, есть храм. Есть все на Селебрянском. Ну, ласики, потому что от Маргариты всем поклон, она, ой, не могу прийти, так хочется, не могу. Ну, вы все слышали, знаете, что мне позвонила Вера, это дочь Раисы Николаевны Бринниковой, и сообщила, что мама умерла. Умерла она дома, вот. Она уже в последнее время, говорит, не узнавала меня, она совсем не видела, она ослепла. Я в прошлом году был, когда посетил ее. Ну, она вначале не узнала меня, потом, когда уже, как бы, узнала все, ухватилась, ой, забери меня отсюда, забери, здесь и людей нет таких хороших, как там, вот, а ее никуда она не выходила там. Ну, эти ребята там водили, там, Астахов Николай в храм как-то там вызывали, батюшку вызывали, я был тоже, батюшку одного призвал, там, знакомый отец Петр, он ее причастил, был исповедовал, причастил. И вот, забери меня, миленький, отсюда забери. Я говорю, ну подожди, ты немножко потерпи, я тебя все равно заберу, говорю, когда-нибудь. Заберу, вот. И буду о тебе заботиться, я говорю, пока живой. Ну, я буду поминать ее, заботиться, в молитве. Так вот. Ну, и последняя, она только всегда говорит, что я говорю, как. Она уже, говорит, за неделю где-то ничего уже так не говорила, только, говорит, все время, ангел-хранитель, не оставь меня, ангел-хранитель, не уходи от меня, ангел-хранитель. Все, говорит, больше никакой молитвы, говорит, они говорят, только все об ангеле. Ангел, 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 говорит, призывала ангела. Умерла. Все. А псалтырь можно читать сейчас на пасхальной неделе? Да нет, не надо. Псалтырь нигде не употребляется, чтение его нет даже в этом. Но. Молитесь, радуйтесь просто, пока. Просто они поминайте радуйтесь. Поминовение усопших где-то седмицы нету. Только умершего хоронят уже там по пасхальному чину. И все. Поэтому. Вот так вот. Ну, вот. Александре тоже поклон низкий всем. Так, ко мне какие она есть вопросы? Она выписалась дома. А? Александр. Когда тебе приедет? Ко мне через воскресенье. 29-го. Вы сегодня бодрый, еду, батюшка. Будет, когда дорога немножко. Сегодня? Дорога может на трассу выехать, а не, ну, не раньше, а недели через две. У нас снегу выпало накануне Пасхи. Да, да. Сантиметр 20. Да. Да белый снег такой белый, да, это... Это ведь нельзя смотреть без очков, сейчас глаза слепит. Это потому что, наверное, весеннее солнце. И он так и лежит сейчас. У меня в ограде так видно, как тропки натоптали, так и тропки так и лежит снег. Где там на солнышке больше, там так и лежит. Тоже вышел, говорит, то слеп. Земля-то еще. Красивый такой снег, белый. Батюшка с 5 часов сейчас был. А? С 5 часов служба. Да, с 5 часов вечером переходите на 5 часов. А в эти выходные вы не... Нет, нет. Я да? Не нет. А когда вы в следующий раз приезжаете? Через воскресенье. Что? Когда в следующий раз приезжаете? Я говорю, через 29-го. Да, через неделю. От Любовь Петровны всем. Так что мне что дала? Я ничего не вижу. Мне... Скажи, и все, я это... Кто? Живые? Надежда. Надежда, сейчас пойдем. Ну все, никаких вопросов ко мне нет. Нет, Христос воскрес! Воистину воскрес! Откуда мы ходим? Я квартиру живу. Батюшка, мясо. Или мясо.